Всем привет, друзья, с вами я, Коннор2001, и это 47-й выпуск моего города в Майнкрафте. Итак, в сегодняшнем выпуске у меня мини-маркет мечта. Да, друзья, вот он, мини-маркет мечта. И сразу вы видите, вот здесь рядом автомат с напитками. Да. Здесь у нас кофе, горячий шоколад и коктейль. Тем более, кофе 5 рублей, горячий шоколад 4 рубля, ну и, естественно, 5 рублей, как напиток, ну или какао, естественно. А коктейль 3 рубля, то есть дешевый вариант, это коктейльчик. Мини-маркет мечта. А, по сути дела, он сделан как коробочка, вот такая вот. Тем более, что, естественно, выглядит как-то так, тем более по-советски. Так, здесь вот касса, а вот здесь у нас полочки с товарами. Ну и выход, то есть служебный. Здесь сюда очень заезжает грузовик с продуктами, и здесь разгружаемся. Так. Так. Обновление это у нас почта, да. На улице космонавтов появилась почта, да. В общем, планирую создать построить школу номер 4 и детский садик номер 4, но... Точнее, возможно, будет 5-й детский садик, потому что 4-й детский садик будет на Советской улице в районе аэропорта, да. Так, так вот, выглядит почта здесь у нас вот, сиденье тут вот, типа, подождать, здесь у нас три кассы, мониторы, типа, то есть по бланку, то бишь, типа, А14, пройдите к кассе номер 3, вот, и мы проходим. Кстати, мы отчетливо видим. Так, это у нас служебное помещение, здесь у нас как бы касса, ну, здесь проход. Мы сидим, то есть обслуживаем, и здесь у нас как эти посылки, письма, телеграммы. Ну вот сюда заезжает грузовик, который там развозит почту, то есть почтовый фургон, и развозит сюда письма. Письма, посылки, телеграммы. Так. Еще одно обновление, то у нас такие вот пятиэтажечки, у нас такие вот. Вот у нас тут. Так, ты сам по две квартиры на каждом этаже и лифт отсутствует. Так, здесь у нас гостиная такая вот, типа, кровати полы падали. Ну, такой баг, такое редко происходит, в общем. Так, здесь еще одна комната, тем более. Довольно просторно. А здесь у нас ванная. Ванная с туалетом. Хотя тут, по сути дела, должна быть как бы кухня, но почему-то ее здесь нет. А! Это у нас еще одна комната, тем более трешка. А вот здесь кухня, вот она. Сейчас я нашел ее. Зато здесь два балкона. Так. Выбрались. Ну и последнее обновление на этом в этом выпуске у нас. В общем, я как бы увеличил частный сектор на улице Зюганова, в общем. Сейчас вот летим туда, в общем. И возможно, что я будет детский садик номер 4, который на улице космонавтов, детский садик номер 5, в районе аэропорта. И 6-й детский садик в районе частного сектора. Вот здесь вот. И вот он, новенькие дома здесь. Со Зюганова 11. Но у меня случайно 11F получилось. Ну, сейчас исправим. Wells build. Да, сейчас нередко такое происходит. Вот. Давайте зайдем. Ой, я магазин для калаша я случайно взял. Так, здесь у нас холодильник, весак, полочки с книжками. Двухъярусная кровать, тем более. Так вот получилось.
тумбочка и сундучок. Ну и даже вот стол со стола и большой диван. Стол как диван. Гостиная плюс кухня. Кстати, вот красиво смотрится вон со стороны вон. АЗС, регион Уно. Ой, извиняюсь. Со стороны регион Уно, АЗС, свечки, пятиэтажечки и хрущевки. Выше кто-то так. Ну, на самом деле, это тот же деревенский домик, который у жителей в деревнях. Ну, я просто его скопировал, а дальше интерьеры сам все разработал. А теперь тут для вас есть хорошая новость. Хорошая новость в том, что я открою проект под названием «СССР в Майнкрафте». То есть я буду смотреть как бы дома советского времени, то есть типа хрущевки, магазины. То есть все, что было в советское время. В общем, я открываю проект под названием «СССР в Майнкрафте». В общем, там все будет по-советски. В общем, если вы хотите, чтобы был проект «СССР в Майнкрафте», то пишите в комментариях «СССР». Если вы просто хотите посмотреть выпуски про Яковлевск, про который город в Майнкрафте, то можете просто написать «Яку». Ну, просто... Отец, знаю на ваше божество, на то, что я знаю, чего хотите, естественно, я просто снимаю город Майнкрафта для того, чтобы поднять актив на канале. А заодно, в общем, получить комментарии, типа, что еще построить? Да, и да, друзья, этот выпуск не является финалом. Я повторяю вам, не является финалом. Поскольку это не финальный выпуск, а просто как бы чисто просто выпуск. Но выпуски про Яковлевск обязательно будут, друзья. Они обязательно будут. Поскольку долг перед вами очень важен и силен. Ну, давайте, в принципе, не будем затягивать видео. Будем затягивать коту хвост. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну и, конечно же, не забывайте, давайте писать мне идеи. Всем пока. Упс, вы заметили тот самый фейл? Надпись TC Heroes, да. В общем, упоминание про старый Heroes остался. Вот здесь. Кстати, это пасхалочка. Всем пока.